Ну, еще несколько слов обо мне. Я, собственно, когда имею опыт в очень разных сферах, управляла и операционными департаментами, и коллекшеном, и в удаленных продажах. И вот в последнее время много работаю в проектном менеджменте, руковожу проектными офисами и продолжаю являюсь руководителем проекта слияния «Помпы Ренессанс». Очень много, вы знаете, проект слияния — это прям очень сложный проект во всех смыслах, и в технологическом смысле, и в части управления командой проекта, управления организацией на период трансформации и так далее. Прошлый год для нас был очень тяжелый в части, насыщенный в части IT-изменений, и я попыталась свои впечатления изложить на нескольких слайдах, где, в какой плоскости есть этот не всегда позитивный диалог между заказчиком и между IT. Презентация больше будет про, наверное, все-таки такие стратегические вещи. По ходу можно задавать вопросы. Анна, сразу сходный вопрос, ну, чтобы немножко фана внести в вашу презентацию. А все с маленькой буквы, в том числе ваша фамилия и имя, это фича клуба такая? Нет, моя персональная. Не могу от нее избавиться, очень мне нравится. Это персональная, правда, персональная. Во всех моих презентациях только так. Но только не в корпоративных презентациях, а так. Я буду говорить про тренд, и мне кажется, его все чувствуют, он очевиден не только в банковской сфере. Тренд про то, что IT сегодня играет доминирующую роль, и роль вообще в принципе всего, что касается автоматизации, растет бешеный темп. В банках это очень актуально, и мне кажется, что, используя этот тренд и понимая этот тренд, можно и важно посмотреть несколько с другой стороны на то, как правильно и как нужно отстраивать отношения между заказчиком и разработчиком.